таксисты-бомбилы, что называется, сгруппировались по интересам. Они снимали в одном из жилых домов на проспекте Шаумяна квартиру. Один соучастник готовил все необходимое для пьянки, разврата. Второй подбирал девушку, которая вначале голосовала, останавливал автомобиль, опаивал ее психотропными веществами и привозил для оргии. К счастью, эта группировка была раскрыта сотрудниками правоохранительных органов, и в настоящее время начался суд. Признаете себя виновными? Вы действовали в машинах